начинается. А ты, милок, глазки-то не закатывай, не отгадаешь, я тебя в кота превращу. Где же он может быть? Везде посмотрела. Мама, ты что-то потеряла? Да зеленый пылесос не могу найти. Все обыскала. Ты не видел? Мне нужно средство уборки. Метла у тебя есть? Пыли. Что? Да пылесос. Поехали! А я отдал его в ремонт. В ремонт? Ты? Да он уже сегодня будет готов. Я сейчас пойду его и заберу. Да, быстро растут дети. Что же делать? Думай, Ясин, думай. Где теперь эту бабу-ягу искать? Точно, в сказке! Так, баба-яга. Ага, вот ты где живешь! Избушка на куриных ножках. Вот волшебный лес. Не это ли метла бабы-яги? Куда? А ну пойдем. О! Здравствуйте! Вы не подскажете, баба-яга далеко живет? А зачем тебе? Секрет! Я сестра ее Кикимора. И кого угодно, и попала к ней, не пускаю. А то ходят тут всякие. Но мне очень надо. Ах, какой ты, погляжу, загадочный. Ну, раз загадки любишь, слушай, я покажу тебе дом бабы-яги, но ты должен отгадать 3 загадки. Начинается. А ты, милок, глазки-то не закатывай, не отгадаешь, я тебя в кота превращу. Итак, загадка 1. Скручена, связана, на кол посажена, а по двору скачет. Но это легко, метла. Ну, это только первая загадка. Слушай вторую. Висит сито, не руками сшито.
ты меня, добрый молодец. Но это еще не все. Вот тебе третья загадка. Осторожно, подумай сперва. Не куст, а с листочками. Не рубашка, а сшита. Не человек, а разговаривает. Ну что, попался? Не знаешь, не знаешь. Ребята, выручайте. Какой ответ в этой загадке? Пишите в комментариях. Иначе я не смогу попасть к бабе Яге. А кикимора меня превратит в кота. Пока-пока, жду. Подписывайтесь на канал, ребята, чтобы увидеть продолжение истории. Для этого нажимайте красную кнопочку внизу.